7 декабря Южная Корея объявила о создании первого блокчейн-консорциума, в который вошли 21 инвестиционная компания и 5 блокчейн-компаний. Как сообщает forclock.com, первоочередными задачами консорциума станут создание блокчейн-платформ для членов объединения. Как заявил управляющий директор компании NH Investment and Securities Пак Сун Мо, этот консорциум является первым случаем объединения южнокорейских финансовых компаний, использующих блокчейн. Это необходимо для реализации потенциала технологии и обеспечения максимальной безопасности и эффективности финансовых транзакций.